А это участок ячменя. Здесь у нас получается норма высева где-то 1 100 000. Междурядье 37,5. Я просто попробовал, как бы не зная, что же здесь получится. Здесь где-то у нас получается где-то 2-3 гектара. Насколько это все получится. Ну, пока считаю, что все хорошо. Здесь не было внесено удобрений. Но растения достаточно комфортно пока себя чувствуют. У нас уже есть как бы и трещины. Понятно, что на глубине влага есть. Влага где-то начинается вот в междурядье уже от 5-6 сантиметров. А на вредке она, конечно, чуть поглубже. Но все равно, как бы растение. Так, вот он. Вот он растение. С таким. Как бы оно местное. С этого поля. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11 стеблей. Ячмень Маргарет, 11 стеблей. Ну, я вижу, что какой-то стебелек уже поврежден. Возможно, это злаковая муха. Но все равно, как бы, достаточно сильный. Сильное растение. То есть, здесь все вот такими вот кустиками растет. Миллион сто, междурядье 37,5. А вот если дать сюда удобрение, потому что здесь я смотрю, ну не знаю, откуда здесь этот участок рассыпано было. Вот такая мощь здесь будет. Здесь все скроет. Даже с такой густотой. И редки сомкнутся, я думаю, в итоге. Надо посчитать здесь стебли. Вот они. Считаем. Они просто здесь развиты, конечно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 стеблей. Конечно, тут еще хочет и вот этот попасть сюда, но видно, что его повредила злаковая муха. Так что вот так все получается. То есть удобрениями здесь будет, конечно, другой эффект. А без удобрений вот такой, но в то же время он мне тоже нравится, потому что растения себя сами стабилизируют по питанию. И в целом не расходуют и не тратят. У нас в основном где трата-то в целом? Когда в начальной фазе у нас получается на загущенных посевах растение начинает куститься, формирует дополнительные стебли, то есть всего хватает в целом питания, влаги. И само растение не понимает, что будет завтра. То есть он уже как-то регулирует. Регулировать можно только нормой высева. И вот не зная этого, она начинает себя загущать. Загущает, тратит на это энергию. А когда приходит кризисный момент, начинает сбрасывать эти стебли, листья, нижний ярус, средний ярус, стебли. Остается там один стебель или может быть два, но уже энергия потрачена. То есть здесь нужно понимать, где же вот эта золотая середина. Когда ты работаешь с удобрением, и когда ты работаешь без удобрений или с умеренным количеством удобрений. То есть вот это нужно знать, чтобы
получать более стабильный урожай, независимо от климатических как бы условий. Потому что нестабильность, она в целом прослеживается по годам. Так что вот такие вот результаты на данный момент. Все очень интересно, очень интересно. Так что удачи вам!